космический центр имени Кеннеди закрывается. Надеюсь, вам у нас понравилось. По будням центр открыт с 8:30 утра до 5 вечера. Но в связи с завтрашним запуском на Луну, центр будет закрыт до завершения полета. Спасибо и спокойной ночи. Не забудьте, вы обещали. Эй, Джей, да ты прав. Помни, Джей, у тебя есть 5 минут. Космонавт Эджи Маккернат, младший, разве не здорово было бы? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Без билета на Луну. До запуска осталось 10 часов. Повторяю, до запуска осталось 10 часов. И Джей, ты сошел с ума? Я в полном порядке, Джоуи. Раз уж мы зашли так далеко, то стоит попробовать. Ну ладно, ладно. Но помни, я тебя предупреждал. Помни, я тебя не подвел. Спасибо, Джои. До запуска осталось 10 часов. До запуска осталось 10 часов. Не забудь, это я дал тебе первый толчок по пути на Луну. Инспектор безопасности, начинайте проверку. Повторяю, инспектор безопасности, начинайте проверку. Экипаж, пройдите в 7-й лифт. Экипаж, пройдите в 7-й лифт. Гироскопы во взлетное положение. Гироскопы во взлетное положение. Проверка двигателей главной ступени завершена. Проверка двигателей главной ступени завершена. Ты там в порядке? Я... Да, в порядке. Эй, посмотри, кто это? Приблизь изображение. Ну, похоже, это О'Брайен. Проверка системы подачи топлива завершена. Проверка системы подачи топлива завершена. Проверка подачи топлива завершена. Давление по норме.
Инспектор по безопасности, доложите R9. Инспектор по безопасности, доложите R9. Ход по синему допуску. Вот он, Джоуи. Проход космонавта в белую комнату. Почти дошел, Джоуи. Почти дошел. Соблюдайте безопасность. Начинается подготовка к полету. Джентльмены, для поднятия на борт корабля. Барт, не надо речей, только не сейчас. Какой дурак повесил каску на камеру наблюдения? Что за безалаберность? Барт, давай проверим систему. Ну что ж, вот как нужно проводить проверку космического корабля. Воды и еды хватит на 8 дней с 4-дневным запасом системы навигации порядки. Ну что ж, Бен, проверь список. Хорошо. Как внешние системы? В порядке. Что там с погодой? Запуск возможен? По прогнозу, дождь с перерывами. Шина данных работает. Думаешь, запуск разрешат? Все зависит от прогноза погоды. Сэр, капитан Лоуренс, по прогнозу, в зоне запуска ожидается небольшая туча. Хорошо, Ленни, а теперь объясни поподробнее, как думаешь, запуск разрешат? На данный момент 3 шанса на 50 на 50. 50 на 50? Ракета, это ЦУП. Слушаем. У нас небольшая проблема, в чем дело? По данным компьютера, на ракете перевес на 87 фунтов. Что? Прочитай! Да что с тобой, ты сошел с ума? Садись. Мы только что проверили. Весь топливо в порядке. Перевеса быть не может. Мы прогоним данные через вспомогательную систему. Может, компьютер ошибается? Я в этом уверен, держите меня в курсе. А пока что экипаж нужно закончить проверку.
Прости, Рик, даже вспомогательный компьютер выдает перевес 87 футов. Я не понимаю, это невозможно. Я хочу перепроверить с управляющим полетом в Хьюстоне. Может, меня соединить? Привет, Рик. Я слышал ваш разговор. Чарли, что нам делать с этими 87 футами? Это не входит в границу Дестинова? Вы с собой ничего лишнего не взяли? Сувениров, может? Сувениров? В кабине команда сборщиков ничего лишнего не оставила? Здесь вообще ничего нет такого веса. Это просто смешно, но на всякий случай мы с Дэйвом снова проверим все расходуемые материалы. Хорошая идея. Как бы то ни было, до взлета осталось 59 минут 40 секунд. Готов, Дэйв? Готов. Куда же вы направляетесь? Просто послушайте меня. Во-первых, меня зовут Элай Маккернат, завуч английского отделения средней школы Тайнсвилля. Во-вторых, у меня 11-летний сын. В-третьих, мой сын на борту космического корабля Камелот. Повторите еще раз. Что по поводу мусорного отделения? Да ладно тебе, у нас еще нет мусора. Просто проверь. Хорошо. Дождь, это из-за него у нас перевес? Точно, Чарли, да. Мы поняли, перевес из-за дождя, Чарли. Дождь падает на ракету, стекает в баки и там замерзает. У нас 87 лишних футов льда. Прости, Рик. Центр управления полетами уже вел лед подсчет, и он не может столько весить. Но, Чарли, ведь от этого не зависит запуск, разве мы и не можем? Просто сделай, что я прошу. Проверь все побыстрее, я пока попробую сделать новые расчеты. Пропустите меня сейчас же, сию минуту. Жизнь моего сына под угрозой. Закрой свой рот, мистер. Ребята, время истекает, заканчивайте. Хорошо, закрываю шлюз. Удачи. Спасибо, дружище. Дамы и господа, выглянуло солнце, что повысило шансы на запуск. Мне нужно поговорить с управляющим. Я знаю, что у меня нет пропуска, я не работаю в НАСА. Мне немедленно нужно с кем-нибудь поговорить. Что происходит? Они только что приехали без разрешения. Кто эти люди? Во-первых, меня зовут Элай Маккернат, завуч английского отделения средней школы Тайсвилля. Наш сын на борту этой ракеты. Это не ракета, Мэри, это космический корабль Камелот. Наш сын на борту космического корабля. Разница стоит в том, что у вас сын... Где? Наш сын на борту космического корабля. У вас там безбилетник. Ему всего 11. Кто эти люди? Они приехали в пропускной пункт без разрешения, я пытался. В данный момент это не имеет значения, мне нужно было сюда попасть, чтобы постановить запуск. Остановить запуск? Меня не слушайте, обратите внимание, мои слова, у меня на борту безбилетник. Извините. Ну что ж, ребята. Да. Местная погода в допустимых пределах. Что вы хотите сказать? Есть разрешение на запуск. Что это было? Это наш гражданский пассажир выразил свою радость. Привет, Лени. Есть разрешение на запуск. Обратный отчет 17 секунд. Всем покинуть зону запуска. Вы на внутренней энергии, мы готовы. Хьюстон готов. Принято. Есть разрешение на запуск. Скорость четверть заданной. 12. 11. 10. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Есть запуск. Запуск прошел чисто. Передаем управление на Хьюстон.
Хьюстон, все системы работают нормально. Прошло 3 минуты. Высота 3026 футов. Включились двигатели второй ступени. Включились двигатели третьей ступени. Повторяю, включились двигатели второй ступени. Мистер Пехо, теперь мы летим быстрее, чем звук, который издает ракета. Такое ощущение, что мы стоим на месте. Отключая двигатели. Орбитальная скорость 17,5 тысяч миль в час. Лучше бы вам поверить, я птица, я Супермен. Я в восторге от нулевой гравитации. Гравитация только внизу есть. Ее Ньютон придумал. Ребята на Земле уже миллионы лет с ней живут, а мы от нее избавились. На тебя родители, а я займусь остальными. Дамы и господа, пройдите за мной. С чего вы вообще взяли, что ваш сын на борту корабля? Он написал мне сообщение. И? В котором написал о своем намерении пролезть на космический корабль. И вы поверили? Мистер Брайди, вы не знаете моего сына, мистер Маккернат. А вы не думали, что вас просто разыграли, что сейчас ваш сын дома спьет с вами? Нет, меня никто не разыгрывает. Езжайте домой, мистер Маккернат. Ну же, Элай, может он прав, я хочу проверить, может он дома? Космонавты наслаждаются видом на Землю в состоянии 177 морских миль. Что происходит в западном полушарии? Что я там вижу? Африку. Ноль двадцать шесть. Второе число 428. Принято 026-428. Камелот, вам нужно стабилизировать платформу. Перенёт волну начнется через 6 минут 14 секунд. Спасибо, Чарли, мы включили двигатели. Ожидайте. Восемнадцать тридцать. Капитан, еще 2 градуса на левое путевое движение. Сам знаю. Хьюстон, мы готовы. Принято. Включите пиротехнику через 5 секунд. Готово. Любую секунду они включат двигатели. Отключаем, Хьюстон. Принято. Отключайте. Скорость 35-570 футов в секунду. Высота 177 миль. Ну вот оно. Они включили двигатель для перелета на Луну. После этого ключевого маневра и скорость увеличилась с 17,5 до 25 тысяч миль в секунду. А именно столько потребуется для того, чтобы вырваться из поля гравитации Земли. Это означает, что Камелот и три рыцаря на его борту проведут следующие 2,5 дня в полете на Луну. Теперь они не смогут вернуться назад. Оставайтесь с нами. Да, ничто нас теперь не остановит. Есть одна вещь. Какая? Катастрофа. Никогда я о ней не слышал. Мне нужно в спецкомнату. Ты знаешь же, где синие мешки. Черт! В чем дело, Бен? Боже всемогущий, в чем дело?
Камелот, повторите, последняя передача была с помехами. Камелот, говорит Хьюстон, ответьте. Да что происходит? Рик, помнишь, у нас перевес 80 футов при запуске был, да? Камелот, говорит Хьюстон, ответьте, Камелот, говорит Хьюстон. Я нашел его. Камелот, ответьте. Он живой. Что? Камелот, ответьте, пожалуйста, прием. Камелот, Хьюстон. Камелот. Прием, Камелот. Нет. Да. Это мальчик. Нет. Ну тогда что это? Это катастрофа. Камелот, это Хьюстон. Прием. Как тебя зовут, парень? Прием. Ты в порядке? Камелот, ответьте. Дэй, скажи им что-нибудь, отвлеки их. Хьюстон говорит, Камелот, подожди секунду. Камелот, Хьюстон. Рик, у тебя пульс участился, ты в порядке? Да, я в порядке. Это конец. Лететь нельзя. Ты Хьюстону расскажешь? Нет, будем держать все в секрете, это между нами. Почему вы шепчетесь? Хьюстон вас не слышит. Он выключил связь. Как тебя зовут? Эджей Маккернат. Младший, я живу в Тайтсвилле. Камелот, прием. Да, стыковки 10 минут. Твои родители об этом знают. Я оставил записку, но постарался, чтобы они не успели меня забрать. Ну как же, я не хочу об этом Чарли говорить. Рик, это план прерывания полета. Есть 18 причин отменить посадку на Луну. Без билетник тут не вспоминается. Даже инструкции не предусматривают все. Мы обязаны прерывать полет, что если возникнет чрезвычайная ситуация. У вас троих есть скафандр, у него нет. Но я могу помочь. Я уверен. Я все выучил. Я могу. Дэйв, установи мою зашифрованную линию связи. Чарли? Он на зашифрованной линии. Рик, что у тебя происходит? Почему ты на зашифрованной линии? Около тебя есть кто-то, кроме связного? Да, доктор Смезерс. Я здесь, Рик. В чем дело? Чарли, я не на зашифрованной линии, потому что не хочу, чтобы об этом узнал весь мир. Ну, в общем, у нас безбилетник. Что? Что он сказал? Что ты сказал? Одна мужская человеческая особь. Вес, полагаю, 87 футов. Его зовут Эйджей Маккернат, младший. Возраст 11 лет. Чарли? Нас тут четверо. Ты слышишь меня? Да, я с тобой говорю. Сунь это в ухо. Слушаю, сэр. Как прошел взлет? Неплохо, сэр. Трясло немного, я собрался в отделение с голубым мешком и... Как зовут твоего отца? Эйджей Маккернат старший. Где ты живешь? Тайдисвилле. Номер телефона. 225-96-46. Хорошо, дай мне поговорить с капитаном. Рик, оставайся на орбите Луны. Пока что считайте спуск на поверхность невозможным. Вашему пассажиру придется намного ответить, как он вообще туда попал. Вы летите на Луну, но благодаря ему я сомневаюсь, что вы там побываете. Принято, черт. Как ты сюда попал? Ну же, Джей. Теперь у нас много времени. Но нам не хватало денег на модель. Какую модель? Для экономии мы сделали ее в 4 раза меньше. Джоуи хотел ее еще меньше сделать для большей экономии. Кто такой Джоуи? Джозеф Уильям-младший, он мой друг. Мы вдвоем строили модель для научной выставки. Если вы выиграли, могли рассчитывать на стипендию в колледже. Мы хотели сделать капсулу полный размер, но пришлось делать ее меньше из экономии. Деньги — наша главная проблема. Откуда вы вообще взяли деньги?
Джоуи разносила газеты, я продавал закуски в тропическом раю. Мы продавали арбузы и... Ну, продолжай. Ну, в общем-то, у нас было две проблемы. Деньги и мой отец. Я не могу понять, почему ты все выходные работаешь над этим проектом, не можешь найти время для выполнения своих домашних заданий в воскресенье. Я сделаю в понедельник утром, как всегда. Надо говорить, как обычно. Элай, все мальчишки любят притворяться. Разве ты своим ученикам не рассказывал, как Том Сойер и Гекльберри Финн притворялись капитаном кораблей? И Джей просто хочет быть капитаном космического корабля. Его учитель сказал мне, что он настолько упрям, что может многого добиться в жизни. Да, он упрямый. Они у нас ни цента не попросили на этот проект, все сами сделали. Я знаю, Мэрин. Меня не устраивает то, что его отметки ухудшились. Что если он не выиграет выставку? Какие у него будут шансы на стипендию? Ты же знаешь, мы не сможем оплатить обучение в колледже. Чего тогда этот упрямый, упертый, гениальный мальчик добьется в жизни? Да. И как вы решили свои проблемы? Ну, это был лучший план, который мы Джои придумали. Мистер Эверилл, он разводит пчел на реке Индиан, среди болот, опоссумов, больших аллигаторов. Здрасте, мистер Эверилл. Я чувствую домашний хлеб. Давайте перекусим перед выходом. Да, я тоже голодный. Рад снова вас видеть. Это джем, смешан с медом. Такие пчелы кормят свою королеву, поэтому она в 20 раз больше обычных пчел. От него вырасту? Ты всегда об этом спрашиваешь. Он хочет вырасти как минимум до 170 сантиметров. Почему только до 170? Потому что космонавты не должны быть ниже. Но ему нельзя слишком расти, потому что космонавты может быть выше 182 сантиметров. Джей, передай своей маме, что ее хлеб самый вкусный из тех, что я ел в своей жизни. Так чем я могу помочь? Нам нужны деньги для завтрашней модели, мистер Эверилл. Понимаешь, мистер Эверилл знает места, где водятся голубые крабы. Голубые крабы? И мы поплыли их ловить. Это было лучшее место для ловли. Мы столько поймали. Камелот? Да, Чарли. Начинайте транспозицию и стыковку. Хорошо, сэр. Ты его слышал? Ну ладно, Джей. Когда командир Бен Пелхам отсоединит командный модуль от третьей ступени ракеты, в то же время отсоединится и защитный купол лунного модуля. Затем корабль развернется на 180 градусов. При помощи системы контроля для за высотой командир проведет стыковку с лунным модулем. После этого лунный модуль вылетит из третьей ступени. Целью этого маневра является то, что при возникновении чрезвычайной ситуации у экипажа будет доступ к двум системам жизнеобеспечения, как командного, так и лунного модуля. Мы только что состыковались с лунным модулем. Да, сэр, теперь при необходимости мы можем использовать воздух из лунного модуля, правильно? Правильно. Ты остановился на ловле голубых крабов. А, ну да. Именно тогда я подумал о том, чтобы пробраться сюда. Я так хорошо просмотрел площадку запуска, что был уверен, что смогу. Я всегда мечтал полететь в космос, но до того момента это была только мечта. Когда мистер Эверилл на неделю отдал нам лодку, время оказалось как раз подходящим. Мы взяли лодку, выключили мотор
и добрались до острова. Ящик с инструментами Джоуи взял в шкафу своего отца, а я сделал себе пропуск. Зачем тебе был нужен ящик с инструментами, чтоб я выглядел как рабочие площадки на удачу? Ящик с инструментами на удачу? Да, как ваша кепка. Продолжай. Ну, мы доплыли до туннеля, нам оставалось только привязать лодку и долго идти под землей. То есть в каком-то туннеле вас двое было? Да, но Джоуи уже вернулся домой. Почему ты так в этом уверен? Мы собирались держать это строжайшее в секрете, по крайней мере, до 9 часов вечера. Но об этом уже узнали. Об этом везде говорят. Если я прав, об этом напишут все газеты, от Аляски до Москвы. Ваш маленький пассажир превратил 9-миллионный научный проект в шутку. Чарли, до следующей инструкции сделайте свое необходимое. Сейчас вы двое должны спать. Извините, трое. Бен, возьми управление на себя. Мистер Пелхам, можно задать вопрос? Меня зовут Бен. Бен, можно я задам вопрос? Ну давай. В Камелоте всегда остается давление, да и после посадки на Луне, ведь так? Ну да. Тогда почему нам нельзя высадиться? Это нелогично. Камелот сделает около 20 вистков вокруг Луны, пока лунный модуль будет на поверхности, то есть около 40 часов. У нас топлива, воздух хватит и на больше. Почему просто не следовать изначальному плану? Откуда ты все знаешь? Я много всего знаю, капитан. Я читал много космических кабалетов. Все, что мог найти, и все, о чем знаю, предполагает возможность посадки. Почему нам не запретили? Знаешь, Рик, а парень прав. По логике посадка возможна. Ты забыл о главном. О чем? О Чарли Энглехарне. Он нам не позволит. Мы можем здесь что угодно говорить, но представь, через что нам Чарли проходит. Капитан, как далеко мы от Луны? Думаю, около 250 тысяч милях. Камелот? Почему он на зашифрованной линии, связной? Думаю, ты не захочешь, чтобы все узнали, что я тебе скажу. Что ты мне скажешь? Сенатор Клитас Редберн сегодня настоял на тщательном расследовании присутствия на борту космического корабля безбилетника. Это сенатор просто дурак. А хорошие новости есть? Да вообще-то есть. Сегодня утром мы позвонили ведущему специалисту по исследованию Луны, и он сказал, это единственная посадка, которая запланирована в горах Алтая. У нас есть шанс исследовать самые старые скальные формирования на Луне. Денег на повторение миссии не хватит. Далее он сказал, что уверен в том, что присутствие незапланированного пассажира технически мешает спуску двух космонавтов на Луну. Кто-нибудь еще разделяет его точку зрения? Так, конечно, по всему миру люди соглашаются с ним. Даже наш президент. Что же сказал президент? Цитирую. «Я уверен, что мистер Энглехарт лучше всех может справиться с этой ситуацией». Но где он сам? Заснул наконец-то. Он попросил меня спросить у вас насчет телевизионной съемки, что была запланирована. Съемки? Да, в 11.30 на 15 минут. Проверь в списании. Ах да, в 11.30. Это через 20 минут. Да, мы подбросим пару пакетов с едой в воздух. И снимем все на камеру. Ну, в общем, как обычно. Хорошо, я передам Чарли. Нет, не буди его. Пусть поспит. Слышишь меня? Пусть поспит. Ну okay. Хорошо. Что ты думаешь о нашей идее, Джей? Персиковый сок — это сосиски такие вкусные. Музыку послушаешь? Бен.
Чарли с ума сойдет. Нам нечего терять. Дело не в этом. Эй-Джей. Подойдись. Ты же знаешь, что Чарли запретил бы. Давай его немного удивим, Дэйв. Эй, Джей, помнишь, ты говорил, что не хочешь быть причиной прекращения миссии? Да, сэр? Не нервничай, Джей. Ты запомнил? Мама всегда говорила, что когда видишь камеру, нужно сказать два слова. Знаешь, какие? 12 секунд. 11, 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время. Дамы и господа всей Земли и Вселенной, добро пожаловать в кабину космического корабля «Камелот». Мы примерно в 2500 милях от Луны. Дамы и господа, мы могли бы вам показать пару фокусов с невесомостью. Но так как у нас ограниченное время, мы решили показать вам, что вы действительно хотите увидеть. Мы хотим познакомить вас с нашим дополнительным пассажиром. Дамы и господа, встречайте Элая Джордана Маккерната, младшего которого мы называем Эй-Джей. Эй-Джей, улыбайся. Дамы и господа, для начала я хочу извиниться перед мистером Энгхартом и всеми служащими НАСА за все проблемы, возникшие из-за меня. Я бы никогда не спрятался в отделении для мусора, если бы знал, что из-за этого отменят высадку на Луну. Во-вторых, я хотел бы задать вопрос. Мой друг Джозеф Уильямс в порядке? Да, Джей, я в порядке, все получилось, я сделал так, как ты сказал, Джоуи. Твой друг Джоуи в порядке, Джей. Он вернулся домой. Это просто здорово, Джоуи. Потом с тобой поговорим. Дамы и господа, я бы хотел сказать своему отцу, который работает учителем Тайдисвилли, штат Флорида, и своей маме, и всем, кому интересно, каково это лететь в космос в обычной одежде. Хочу сказать, что это просто здорово. Почему он без очков? Думаешь, он сломал их? Все эти ускорения мне не навредило. В отделении для мусора было много пластиковых мешков. Я даже заснул и хорошо поспал, так что спасибо всем строителям. Мне очень понравилось отделение для мусора. Мне нужно сказать, почему я хотел полететь в космос. Можешь все, что хочешь говорить, Джей. Ну хорошо. Я думал, что если кто-то полетит в космос... Не космонавт, так кто-то похожий на меня. Кто не готовился к полету, ну, не космонавт. Тогда люди поймут, что полет на космическом корабле — это как полет в самолете. Все поймут, что это безопасно. Правда, безопасно. И тогда больше не будут разговоров о урезании финансирования космической программы. И люди поймут, насколько просто можно попасть в разные места, например, в Европу или Китай, или в Африку, или даже на Марс. Я просто хочу сказать, что мы все здесь думаем, что нам должны разрешить высадку на Луну. Это не только мое мнение. Все присутствующие на борту корабля со мной согласны. Я знаю, что мистеру Энгхарду предстоит принять тяжелое решение. Пожалуйста, попросите его не основывать свое решение на моем присутствии здесь. На том, что это будет опасно для меня. Это опасно, но я рискну. Я готов был рискнуть, даже когда был еще на Земле. То есть, было опаснее сюда прибраться. А тут я ничего не делаю, только я наслаждаюсь видами. Как сказал доктор Крок, это может быть нашим единственным шансом исследовать лунные камни. Если мы не привезем их с собой на Землю, это будет нелогично. Поэтому у нас есть шанс, мы, похоже,
Время кончается. Ну, спасибо большое. Космос — не время для игр, не место. Давайте определимся. Ни я, ни кто-либо другой в этой комнате не будет принимать решений из-за шантажа. Решение отменить посадку на Луне не будет отменено. Да, господин президент. Камелот, прием. На связи. Готовы послушать, о чем говорят в новостях? Все настолько плохо? Да не больше, чем на 99%. Знаете, тут изменилось отношение к вашему пассажиру. Изменилось. Вчера его называли безбилетником, а сегодня с четвертым космонавтом. Во всех медиа привели его полную речь. А вот статья, написанная доктором Оросом Фишманом. Соедини меня по зашифрованной линии. Конечно, Рик Чарли на зашифрованной линии. Капитан Лоуренс, я хочу сказать, что вы провернули грязный, глупый трюк. Ты прекрасно знал, что я никогда не позволил прямую трансляцию с этим мальчиком. Чарли, ты намеренно не спросил разрешения, ты нарушил все инструкции. Ты хоть понимаешь, что меня заживо едят? Общество научных пираний грызает наш кусок финансирования. Чарльз, меня толкают все, от прессы до президента. Ты слушаешь? Да, сэр. Тогда слушай внимательно. Мне надоело, что меня все обвиняют за ваш дешевый трюк. Мне настолько надоело, что я разрешу вам посадку. Говорите? Я сказал, что разрешаю посадку. Можете высаживаться на Луне. Я даже темную Луну сторону могу рассмотреть. Вижу Кеплер, Клавиус, даже линию Терминатора. Она сейчас на море дождей. Вижу Тайка. Видишь? Да. А теперь посмотри вверх от него. Этот кратер называется Полибиус, который прямо над нами, да. А прямо слева от Полибиуса есть хребет. Вижу. Это Алтай. Наша цель. Ты в порядке? Да. До ПС осталось 5 минут 2 секунды. ПС значит потеря сигнала. Мы сейчас перелетим на другую сторону Луны. Как только Луна окажется между нами и Землей, вся связь с Землей будет потеряна. А надолго? Пока не вернемся на эту сторону. Если все пройдет по плану, это займет 32 минуты. Или 2160 миль. Да, господин президент, говорит Энглхард. Простите, сэр, не могу сказать. У нас ПС, это значит потеря сигнала, сэр. Они сейчас за Луной. Если все произойдет успешно, мы ожидаем ПС через 26 минут. Это налаживание сигнала, сэр. Как я сказал, это будет примерно через 26 минут. Спасибо вам, господин президент. Хьюстон вызывает Камелот, прием. Хьюстон вызывает Камелот, прием. Прием, Хьюстон.
Все прошло по плану. Чарли, мы на лунной орбите. Пролетаем над кратером Лангернус. 165 миль. Мы уберемся в кабине и поспим. Слышишь, Джей? Да, сэр. Ну что ж, космонавт номер 4, пора тебе принимать участие. Видишь тот шланг? Да, сэр. Это пылесос, принеси его. Прекрасный вид. Вот кратер Баффон. А там Дженнифер. Да, при спуске мы пролетим 50 тысяч футах над Дженнифер. Баффон, Дженнифер. Как будто мы их уже видели. Ты в порядке? Да, это просто морская болезнь. Хьюстон, Камелот. Слушаем, Камелот. Мы рассмотрели место для посадки. Ждем разрешения. Разрешаю расстыковку. Принято, Хьюстон. Поднимай давление. Эджей, помоги мне. Может, остальным расскажем? Нет. Все само пройдет, понял? Да, сэр. Давай, закроем шлюз. Мы делились. Расстыковка прошла успешно, ничего не сломано, почти не трясло. Мы только что получили сообщение о том, что лунный модуль отделился от командного. Камелот, теперь когда мы отделились, как мы выглядим? Прекрасный Рик. Связной — это лунный модуль. Как только они прилунятся, если мне к тому времени лучше не станет, нужно будет сообщить связному. Разрешаю выход на посадочную орбиту. Они готовы к ВПО. Это выход на посадочную орбиту. Я знаю. Что случилось со связью? Разрешаю включение посадочных двигателей. Повторите, Хьюстон, плохо слышно. Они сказали, что разрешают ВПД. ВПД принято. Спасибо, Камелот. Спасибо, Джей.
Мне не нравятся эти помехи связи. Теперь у нас две проблемы. Радио тоже не работает. Высота 4000 футов. 1800 футов. 1000 футов. Я их не вижу. Я ничего не вижу, Рик. Я ничего не вижу, Дженнифер. Если бы мы могли быть на правильном пути, то уже видели бы и Полибиус. Прекратить спуск? Отменить? Высота 35 футов. Поднялась пыль. 15 футов. Есть контакт. Двигатели отключились. Ваша позиция? Хьюстон, мы прилунились. Судя по данным, нас снесло к западу. Я не уверен, что это Алтай. Выглядит не так. Здесь слишком ровно. Здесь камней почти нет, думаю. Ну вот. Опять на другой стороне ИПС. Почему ты отключил свои датчики? Не хочу, чтобы на земле знали, что я болен. Ты очень холодный, наверное, я могу помочь чем-то? Да. Просто не отходи. Потеря данных во время спуска могут быть проблемой. Если компьютер не знает точно, что, где находятся космонавты, и стыковка может оказаться под угрозой. Как вы знаете, у лунного модуля, известного так же как маленький ныряльщик, не хватит топлива на поиски основного корабля. Хьюстон вызывает Камелот. Прием. Камелот. Бен, мы до сих пор не знаем, где они. Посмотришь на карте? Принято. Связь с Землей абсолютно нарушена, они должны быть уже с нами связаться, разве нет? Пока летишь, попытайся определить ее позицию. Это может быть единственным способом понять, где они. Ты слышишь меня? Бен? Чарли, что-то не так? Доктор Смезерс там? Я здесь, Бен. Доктор, я болен. Да, у нас проблемы с твоим датчиком. Проверь провода. Провода отсоединились. Теперь нормально. Доктор, я сначала не говорил, потому что не думал, что это серьезно, но чувствую себя все хуже. Спокойно, я проверяю твой пульс, скорость дыхания и температуру. Ты принимал какие лекарства из аптечки? Аламетил. Трамамил. Мистер Пелхам. Эй, Джей, говорит Энхард, что происходит? Мистер Энхард, Бен потерял сознание, что мне делать? Послушай меня, сынок, ему нужен прямой доступ к кислороду. Одень ему шлем, побыстрее. Шлем и перчатки на месте. Проверь герметичность, показатели тела. Сэр, я ничего не знаю о скафандре. Рик, переключи на видео. Хорошо, мы тебя видим. Нужно действовать быстро. Следующий ПС будет через 2 минуты. Сначала отключи шланг с кислородом. Он подключен. Хорошо, видишь круглый переключатель на его животе? Да, сэр. Поставь на полную. Хорошо. Посмотри на панель. Видишь управление? Да, сэр. Подними руку. Подвинь ее вправо. Еще, стоп. Коснись того рычага. Еще два рычага направо. Все, это переключатель температуры. Поставь его на середину. Хорошо.
Прямо над ним есть еще одна кнопка. Нажми ее. Я слышу шипение, значит ему поступает кислород. Именно так. Эджей, смотри за его веками. Скажи, когда он начнет моргать. Они не двигаются. Следи за температурой скафандра. Ты знаешь, где находятся показатели? Нет, сэр. Посмотри там, где трубы соединяются с панелью. Видишь там датчик? Да, вижу. Что там написано? 65 и увеличивается. Хорошо. По моей команде установи следующие показатели. Что нам нужно? 70-75? Нет, 80. У него пульс повышен в два раза. Установи на 80. Эджей, да, мистер Энглхарт? Бена тошнило. Да, сэр. Нельзя допускать, чтобы он вздохнул со своей рвотой. Понимаешь? Он умрет. Состояние весомости — такой шанс высок. Если это случится, спасти его можно лишь одним способом. Посмотри направо. Ты видишь? Доктор, он открыл глаза. Открыл. Открыл. Его тошнит. Его тошнит. Направо. А что там? Тебе лучше? Твое лицо намного теплее. Камелот, это Хьюстон. Прием. Камелот на связи. Бен, ты в порядке? Да. Эджей, ты просто молодец. Теперь послушай. Мне нужно, чтобы ты взял две таблетки потасина. Бен покажет, где они. Давай ему каждые полчаса, понял? Таблетки потасина, да, сэр? Эджей, я хочу с тобой поговорить. Бен покажет, где зашифрованная линия. Я знаю, где она. Да, сэр. Эджей, мы не знаем. Рик и Дэйв тоже не знают, где находятся. Телеметрия прервалась во время спуска, слышишь? Да, сэр. Хорошо. У маленького генеральщика не хватит топлива на то, чтобы найти вас. Но вы сами можете их обнаружить, просто используя глаза. Так что иди к иллюминатору и ищи маленького ныряльщика. Если нужно, используй монокль. Ты знаешь, что это, да, сэр? Хорошо. Иди. Иди. Да, сэр. Я вижу, не вижу, Алтай. Давай я разверну вас. Парень, думаешь, сумеешь управлять кораблем? Просто говори мне, что надо делать. Слышал, Чарли? Пусть Эджей сделает это. Ну давай, забирайся сюда. Давай, Эджей. Рычаг. Левый рычаг. Приготовься управлять. Давай. Молодец. Поворачивай. Легче. Не нажимай сильно. Вот так. Приготовься. Тяни назад. Вот так. Теперь держи. Теперь сними руку с рычага. Молодец.
Слушай, Джей, Бен заснул. Думаю, ему стоит отдохнуть, это уже третий виток, я ничего не вижу. Я абсолютно уверен, что маленький нейральщик приземлился вдали от цели. Думаю, на следующем витке нужно в другом месте поискать. Похоже, Бен Пелхам и все еще слишком слаб. Если космонавта будут искать, то это придется сделать и Джей. Камелот может постараться найти нас с орбиты, ведь так? Гордон так поступил во время полета Аполлона 12. Ну, я согласен. Пусть поищет в другом месте. Бен, просыпайся. Что? Я только что видел вспышку. Это должно быть маленький нырячек. Подожди, на каком витке? На 7-м. Мы уже 7 раз облетели Луну. Это должно быть они. Прямо здесь. О, черт, потеря данных сильно повлияла. Они на 4-м. Подожди, как они на 4 мили к югу от? Что сказал? Я ему еще не говорю. Почему нет? Ты капитан Камелота. Меня вырвало шлем. Да, я почистил все пылесосом. Это единственное, что я мог придумать. Да, я мог задохнуться, так ведь? Нет. Я бы задохнулся. Ты их заметил, и ты скажешь. Давай, докладывай им. Скажи все Чарли. Мистер Энглхарт, мы нашли маленького нейральщика. Они на светлой стороне Тайко. Прямо на полпути от кратера Пойнти до Керцшпрунга. Молодец, сынок. Проверь координаты на лунной карте 19Б. Доктор, твоя температура повысилась еще на полградуса. Лучше оставайся в своем кресле, постарайся поспать. Ко времени стыковки тебе необходимо набраться сил. Доктор, ну у тебя и хватка. Даже за четверть миллиона миль работает. Перешлю тебе счет за каждую милю. Чарли? Да, Бен. Чарли, я хочу сказать Рику, что мы его нашли. Хорошо, позвони ему. Рик? Да, Бен. Парень нашел вас. Вы примерно 5 милях к юго-западу от цели. Ты с ума сошел? Мы не можем быть так далеко, он уверен? Могу поспорить на свою жизнь. Ты нашим жизнями рискуешь. Как там камни? К сожалению, здесь нет камней, вообще только пыль на поверхности. Бен, можно им кое-что сказать? Да, говори. Капитан Лоренс, это Джей. К югу от вас есть маленький канал. Отрицательно. Я как раз смотрю на юг, но ничего такого не вижу. Уверен, что правильно определил наше положение. Рик, Чарли, геологи подтверждают координаты Джея. Если Джей прав, я думаю, он прав. К югу от вас должно быть сухое русло. Если вы были там, вы сможете найти камни, но ваша позиция подтвердится. Хорошо? Рик, давай рискнем. Еще раз, проверьте то направление. Бен, думаешь, они попытаются, поищут камни? Знаешь что, за все это время я ни разу не видел темную сторону Луны. Может мне рассказать о ней? Мы только что прилетели в Восточном море. Оно огромное, выглядит словно огромный след от столкновения с чем-то. Оно появилось из-за метеорита или вулкана? Об этом никто не спорит. Только ученые. У меня такое чувство, будто там кладбище. Там все так мертво, ни одной травинки или дерева, от которого падала бы тень. Озер нет. Знаешь что? Что? Оно прекрасно. Выглядит словно когда-то очень давно там были деревья, трава, вода, овцы, коровы и бабочки. Ты читал о стране молока и меда? Да, мама читала мне о ней. Интересно, луна там такой была? Ты можешь подойти к окну? Нет, продолжай рассказывать, парень. Ну, мы пролетаем линию терминатора, цвета меняются, много черных теней. Таких больших я
Вижу, как они охватывают всю Луну, а на другой стороне Луны светит Солнце. Больше оно не выглядит как кладбище. Там огромная гора прямо посередине большущего кратера. Все так ясно видно. Можно каждую складку разглядеть. Спасибо Творцу. Чарли, мы внизу. Рассчитайте время так, чтобы успеть оттуда выбраться. Вы понесете то, что мы надеемся являться кристаллами и камнями. И многое понесете. Чарли, это оно. Должно быть, я держу в руках камень, и он выглядит как пироксид. Наверное, это изначальные камни. Посмотрите на них. Чарли, скажите доктору Крону, что мы нашли камни исхода. Что значит камни исхода? Это значит камни начала. Камень, который был там с самого начала. Если Крон прав, то мы привезем на Землю то, что является самым старым объектом, известным человечеству. Он старше, чем либо на Земле, и намного. Маленький нерайчик, мы уже идем. С лунными камнями. Давай отправляйся домой. Эй-Джей, первым делом по прилету купишь мне билет на чемпионат по бейсболу. А ты первым делом купишь мне билет на мировое первенство. Договорились. Бен, это лучше, чем мировое первенство. Мы слетели с нужной орбиты. Нужно рулить? Точно. Хорошо, 4 градуса от себя. Хорошо. Все, хватит, убери руку. Ты в порядке? Да. Скорость сближения 7 футов в секунду. Камелот, вижу вас очень четко. Вы никогда не выглядели прекраснее. Я готов к стыковке. Начинаю с торможения. Ожидайте стыковки, Камелот. 4 фута. 3 фута. Быстро приближаемся. Мы немного низковато. Хорошо, есть. Есть контакт, Хьюстон, есть стыковка. Я слышал. Эй-Джей. Рычаг для разгерметизации туннеля вон там. Я знаю, где он. Эй-Джей, поверни его 3 раза. Эй-Джей, это не тот рычаг. Быстрее выключи. Он не поддается. Поднажми. Он застрял. Рик. У нас заклинил рычаг. Давление выходит наружу. 3,8 фунтов на квадратный дюйм падает. Мы сбросим здесь давление, доберемся к вам, как только сможем. Одевай скафандры быстрее. Давление в кабине упало до 3,70 кд. Бена хватит кислорода к скафандре. Весь вопрос, хватит ли кислорода Джею. Давай, парень, давай же. Ну же, малыш, давай. Рик,
отнеси Джея маленькое ныряльщика. Вы трое оставайтесь в скафандрах, бросите давление в камелоте. Принято. Ну что ж, парень. Там будет холодновато, кепка тебя согреет. Слушай, Джей, слушай внимательно. Мы продержимся на кислороде, в скафандрах ты будет находиться в луномодулях, хорошо? Эджей, ты знаешь, чем грозит отравление углекислым газом? Да, сэр. Температура подачи кислорода будет минимальными. Если загорится желтая лампочка, значит тебе нужно будет больше кислорода. Повернешь рычаг. Понял? Повернешь рычаг давления направо. Да, сэр. Когда желтая лампочка выключится, вернешь рычаг в изначальное положение. Понял? Да, сэр. Сколько я должен здесь находиться? Пока мы не долетим до атмосферы. 2,5 дня. Он правда застрял, не могу его сдвинуть. Бен, Дейв, Рик, не снимайте шлемы. Вам придется обходиться без еды и воды в течение 2,5 дней. Этого момента вашей пищи будет кислород. Разговайте так, как можно меньше, постарайтесь экономить силы. Позвоните в НАСА. Мне нужны эксперты по строительству космических кораблей из Роквелла, а также постоянная связь с Калифорнией, Лонг-Айлендом. Все компьютеры должны быть работать на полную мощность. Также мне нужен доступ к базе данных в университете Массачусетса. Мне нужны 2 доктора. Мне нужны ответы на несколько вопросов. Если мы их не получим, то ребята могут не дожить до возвращения в атмосферу. Вот чего я хочу. Мне нужен план, как сократить расходы воды в системе охлаждения на 1 литр в час. Раньше или позже, лучше раньше, придется вернуть мальчишку к командный модуль. Это будет нелегко сделать при отсутствии кислорода. Для этого нужен план. Полагаю, что я спрошу вас создать новые инструкции. Благодаря которым на камелоте будет достаточно воздуха для возвращения. И для мальчика, и для остальных, до самой посадки. Вы считаете хоть одну проблему слишком сложной для решения? Но их нужно решить. Как можно быстрее. Есть вопросы? Ну хорошо, за работу. Мне нужны ответы. У меня желтая лампочка. Что? У меня желтая лампочка. Вот это да. Хорошо, Джек. Рик, это связной. Камелот на связи. Говори, Лерой. Ты сможешь соединить меня с Джеем? Принято. Джей, ты слышишь меня? Прием, Джей. Да, сэр. У тебя желтая лампочка, в воздухе маленького ныряльщика слишком много углекислого газа. Переключи рычаг. Лампочка горит, да, сэр?
Нет, она погасла. Хорошо. Ну хорошо. Теперь верни рычаг обратно. Тебе лучше? Да, сэр. Сэр, дай Джей. Я замерзаю. Послушай, сынок. Лучше всего поднять давление Камелоте, когда он будет очень близко к Земле. При взлете в атмосферу. Тогда ты вернешься в Камелот. То для этого нам нужно собрать воздух. А у меня достаточно воздуха для такого долгого перелета? Ну, все здесь на Земле пытаются решить эту проблему. Они не отдыхают ни на минуту. Понимаешь? Yes, sir. Вот и молодец. Дай мне сесть, Том. Рик, Чарли хочет с тобой поговорить. Он на связи. Рик, пусть Джей тоже послушает. Джей, ты слышишь меня? Да, мистер Энглхарт. Хорошо, теперь слушай. Эджей не может вернуться в атмосферу на маленьком ныряльщике. У него нет тепловой защиты, он просто сгорит. Мы думали оставить его луномодуль до самого входа в атмосферу. И в самый последний момент... Повторяю, в самый последний момент Эджей переберется в Камелот. В маленьком ныряльщике должно хватить топлива на снижение давления и открытие прохода. Избыток давления должен перейти в Камелот, повысив там уровень кислорода и давления. Когда закончите, быстро закройте шлюз, сбросьте ныряльщика. Вы поняли? Поняли. Эджей, ты все слушал? Ну ладно, держись, сынок. Все будет хорошо. Но предстоит еще долгий путь. Полтора дня. Так что экономь силы. Не разговаривай, если не нужно. Это ко всем относится. Капитан Лоуренс? Да, Джей. Я совсем замерз. Парень, похоже, почти замерз до смерти. Свяжи меня с ним. Он на связи. Джей, ты меня слышишь? Да, сэр, мистер Энглхарт. Тебе нельзя спать, сынок. Ну тут так холодно. Я знаю, ты должен держаться. Осталось недолго. Как долго? Несколько часов. Но я засыпаю. Я знаю, но тебе нельзя спать. Джей. Знаешь, что мы сделаем? Когда ты вернешься, мы тебе устроим приятную встречу здесь, в Хьюстоне. Всем вам. Как только прилетите сюда после посадки, да? И знаешь что? Твои родители тоже прилетят сюда. Ты поговоришь с ними, как только пройдешь медицинскую проверку. Да, и как тебе это? Твой друг, как его зовут? Джоуи, он тоже будет здесь. Как тебе это нравится, Джей? Бен, я же сказал вам не разговаривать. Чарли, ты не заставишь ее бодрствовать, рассказывая о том, что он станет героем. Ты же не знаешь мальчишку, оставь это дело профессионалу. Осталось недолго, как ты там? Прости, я сам не знаю. Прости, что потянул за неправильный рычаг. Я виноват. Виноват? Парень, да ты вытащил нас с Луны, и без тебя мы блуждали бы там вечно. Теперь мы летим домой, все благодаря тебе. Вот именно, ты помог нам, теперь наша очередь помогать тебе. Не можете помочь, если будете тратить силы на разговор.
Знаешь, что, Джей? Мы тебя немного передвинем, хорошо? Хорошо. Можешь выглянуть правый иллюминатор? Да. Она огромна, правда, Эй-Джей? Большая? Эй-Джей. Как она выглядит? Ну же, расскажи нам. Как мне Луне рассказывал? Ну же, Эй-Джей, говори. Пораскинь своими гениальными мозгами. Эй-Джей, говорит капитан. Говори, что видишь, это приказ. Но... Я думаю... Она будет выглядеть для тех, кто впервые видит далеко из космоса. Кто будет искать место для поселения? Они бы уже видели Луну, но не захотели бы там садиться. Она слишком мертвая, помнишь? Они и Марс видели, но там слишком жарко. А на Венере ядовитые облака. Так что... Они просто пролетели мимо них. Они все еще ищут. А потом они увидят эту планету. И скажут. Вот она. На ней есть вода. Может, они тысячи лет искали такое место. По всей вселенной. И даже с такого расстояния они поймут. Это нужное место. Это та планета, которую для нас выбрал Бог. Знаешь, как бы она выглядела без них, Бен? Как? Как страна меда и молока, Бен. Да, Эй-Джей? Здесь странно пахнет. Пеплом. Вы слышите, у него заканчивается кислород. Эй-Джей? Да, сэр. Больше не придется ждать. Время пришло. Тебе нравится бейсбол? Да, сэр. Ну, хорошо. Нужно провести словно идеальный бег до домашней базы. Время критически важно, понимаешь? Сначала тебе нужно будет повернуть на полный рычаг давления в кабине. Ты слышишь? Джей. Маленький ранелячик, прием. У него почти закончился кислород, придется нам туда идти. Мы еще недостаточно приблизились к атмосфере. Но по мне достаточно. Джей, ты слышишь меня? Да. Начни процесс спуска. Поверни рычаг давления в кабине на максимум. Ты понял? Медленно поверни рычаг направо. Сработало? Да, сэр. Теперь открой все баллоны с кислородом. Сейчас же. Работает. Давление в кабине 3,8. Начинает расти. Хьюстон, это Камелот. Мы начнем процесс расстыковки. Следите за давлением в кабине лунного модуля. Принято. Следим. 3,8 растет. Мы отдадим Эй-Джей весь кислород из Камелота. Я ненадолго прерву связь. Вы слышите? Принято, Камелот. С этого момента ты сам по себе. Удачи. Запомни, когда поднимается давление, у тебя заложит уши. Не волнуйся об этом. Главное вовремя открыть люк. Бен, шипение прекратилось. Какое у тебя давление? 5,2. Этого достаточно. Давай откроем проход. Камни, коробка с камнями, у меня не было времени.
Маленький ныряльщик сброшен. Смотрите, как он горит. Ну вот, начинается. Наверное, так выглядят падающие метеориты. Хорошая еда, хорошая компания. Осталось недолго, как ты? Парень, да ты вытащил нас с Луны. Без тебя мы блуждали бы там вечно, а теперь мы летим домой, все благодаря тебе.